Ice and Knife. Короче, размораживаем старинный холодильник. У всех нормальные холодильники с томатекой. Вот, мы сейчас... Люди... По разу в год всего. Наверное, размораживать таких этот приходится каждую неделю. С тонисками, отвертками. Ну, чуть постоял, короче. Чуть постоял, согрелся, а теперь лед сам тает легко. Собирается. Блин. На компьютере хватает денег, а нормальный холодильник не могу купить. Старой квартире живем. Посмотрим новую квартиру.
чисто. Теперь вытереть его. Фу, блин, спалился. Вот такая она разморозка старых холодильников. Так сказать, по старинке. Система Миппель. По старинке. Морозильник сегодня разморозка. Делаем вот так. Представляем, что она не готова. А, это легко. Скорее всего. Думаю, морозильник легко.